Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня вы увидите невероятную красоту, ну, как и всегда. Но сегодня вообще все новинки, находки превзошли. Посмотрите на этот рельеф. Такая чашка, это и именно вот этой мануфактуры у меня впервые. Пришла она в отличном состоянии, за что я благодарна продавцу, хотя, когда я взяла эту коробку, там все двигалось, коробка была порвана. Я думала, что уже там мозаика, но нет, слава богу, пришло все целое. Мне очень хотелось до вас донести эту красоту, чтобы вы тоже смогли ею полюбоваться. Белоснежный фарфор, очень тонкий. Вот вы видите, на просвет прям видно клеймо. Рельеф как на чашке, так на блюдце и тарелке расположен. И это Август Швайк. Она невероятно красива. Необычная. Обычно, ну, всегда попадаются мне на ножках и ручка в сеточку. Редко бывают, когда кофейная попадется, обычная чашечка. Но вот такая вся рельефная, первый раз. Я очень, конечно, рада, что такую находку я нашла. Это просто чудо. Она необыкновенной красоты. Благодарю всех, пока вот идет, вы на нее смотрите. Благодарю всех за участие в распродаже. Спасибо огромное. Сегодня будут выставлены эти предметы тоже в ленте. И вторая находка – это вот такая красотка, королева. Я даже вот слов применить не знаешь, как. Какие вот для красоты, чтобы описать эту красоту. Какая у нее красивая ручка. Как оформлен рельеф. Какое наложение золота. Это что-то с чем-то. Это Эльминау. Очень тонкий фарфор. Ну, такая, по-моему, у меня тоже впервые. Именно вот такой формы. Золото наложено, как это плата золота, прям не просто так нанесено, да? В отличном состоянии также. Это не просто королева, это царица. По красоте вот она. Неописуемой красоты, просто неописуемой. Каждый рельеф прорисован золотом. Настолько выполнена работа. Потрясающая работа. Смотрите на саму чашечку, как вот этот рельеф посередине чашки переходит плавно в ручку. И ручка сама какая. Боже, это фантастика. К низу она заужена, красивая ножка такая. И кверху она уже расширена. Так. И вот мы переходим к самой главной находке. Такое у меня точно впервые. У меня аж дыхание свело, когда я это нашла. Это три чашечки Мокко одной мануфактуры. Такая мануфактура впервые. Я вообще с ней встретилась. На чашке изображен двуглавый орел российский. И круглое, как колесо, да, это немецкая мануфактура Хёхст.
Да, Хёхст называется. Она открылась в 1793, по-моему, году. Нет, в 43-м, а закрылась в 1763 году. Потом ее как-то выкупали. Вот. И эти предметы они делали в, как вот, знаете, немного их вот повторяющихся, да, а как эксклюзивно. Здесь даже вот написано Александр III, потом Мария Федоровна, какое-то описание Фаберже. На каждой тарелочке стоит клеймо, вот название Фаберже и клеймо Хёхст. Здесь вот на синей чашке рисунок «Королевская лилия». Чашки в отличном состоянии, как новая вещь. Как их так сохранили, я не знаю. Относится ли это к Фаберже, я тоже не знаю. Но факт тот, что, вот видите, даже на ножке напечатано. Факт тот, что сама по себе старая мануфактура, которая их изготовила, это они роскошные, шикарные. Видите, это королевская лилия. Ну, полагаться на надпись, что там тысяча... Какой стоит? 1900 год. Ну, или 1500. Что это означает, я не знаю. Но то, что это мануфактура, меня зацепило сразу. Было ли это сделано как вот просто, как для Фаберже? То ли... Ну, я не знаю. Я пыталась вчера найти в интернете, только нашла описание этой мануфактуры. И видела некоторые предметы. Ну, там этот в основном выставлены только эти статуэтки фарфоровые. Чашечек я не находила. И вот такая зеленая чашка, ярко-зеленая, такая насыщенная. Здесь вот такой год стоит. Что это означает? Ну, это, наверное, только к антикварам надо идти. Необыкновенной красоты. А я буквально видела, смотрела фотографии, сестра выставляла фото чашки и думаю, что это за мануфактура, колесо какое-то. И тут мне вот попадается то же самое. Я сначала, конечно же, нашла информацию в интернете и списалась с продавцом и, естественно, их купила. Потому что пройти мимо вот этого невозможно. Ну, это вот на сегодня все. Больше пока новинок не пришло. Заходите ко мне на телеграм-канал, в инстаграм. Буду очень всем рада. Подписывайтесь, ставьте лайки, как говорят, да. Буду всех ждать, отвечать на все ваши комментарии. Надеюсь, вам понравились сегодняшние находки, новинки. Они не могут не понравиться. Ну и на этом все, дорогие друзья. Видео сегодня коротенькое, но красивое, правда? Желаю всем всего хорошего. До свидания. Пока-пока.